Брэдбери, Рэй, говорил, чтоб суметь чувствовать духа поднятия, каждому в жизни надо иметь 2 или 3 занятия. Врач пусть канавы копает, поэт сядет крутить баранку, пусть математик готовит паштет, лекарь печет буханку. Вот оно как! Почему бы и нет? Ну-ка, расширим сознание. Деда-фантаста хороший совет примем скорее во внимание. Хватит уныло в креслах скучать, сменим занятия круто. Глядь все наверх и давай подмечать, чтобы прийтись ко двору-то. То всех прибило по теннису вдруг, не вылезали с корта, то на татами усядемся в круг, самбо-фанаты и спорта. То вдруг, всплакнув в полутемной избе, выключив 50 цента, дружно затянем песни любе. В тренде быть хочется всем-то. В каждом дворе есть теперь лабрадор. Вон он лохматый протопал. И на гулянках на весь коридор льется Атас и Deep Purple. Мало занятий, желаем еще меняться, себя не жалея. Дружно, всем миром, вместе, общо, сядем-ка мы на Харлея. Моцик блестящий пускай вдаль летит, ветры пусть патлы всколышут, дайте банданы и клевый прикид, в байкеры пусть нас запишут. Или же нет, вылезай из оков байкерских ржавых тяжелых, лучше пополним ряды казаков наших амурских веселых. Пусть разрезвится взмыленный конь и шашка в арбуз вонзится, пусть заиграет мехами гармонь, все пусть преобразится. Дружно меняйте занятия скорей, делайте жизнь приятней. Правильно вроде советовал Рэй, но нам Крылов понятней. Басенный классик дал ясно понять, дескать, беда, коль сапожник резко начнет пироги выпекать и делать обувку пирожник. Все распыляемся, ищем, творим. Ну, чисто орликинада. Не лучше ль заняться делом своим и делать его как надо? Сбросить ненужной блажи балласт и быть, не стараться моднее. Пусть нас простит драгоценный фантаст, басня нам все же роднее. С басней ложимся и с басней встаем, учим для сцены и вуза, басню цитировать не устаем, басней нас кормят от пуза. Для нас идеи вообще-то момент здоровский, если не сбрендим, басню свою возведем в мегатренд. И потрендим, и потрендим.